С наступлением холодов вопрос запасов угля на зиму среди граждан становится все более актуальным. На сегодняшний день средняя цена на твердое топливо на рынке составляет 5000 сомов за тонну. Однако пункты реализации угля не располагают его необходимым количеством, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Почему? Узнавала наша съемочная группа. Житель города Ош Базарбай Акунов ежегодно запасает на зиму тонну угля. По его словам, этого хватает, чтобы обеспечить дом теплом на весь сезон. Однако в этом году в связи с отсутствием угля на рынке запасти удалось вдвое меньше обычного. Этот уголь я купил у знакомого, который сохранил для меня 500 килограммов. Полтонны нам до весны не хватит, придется потом докупать. Не знаю, какие будут цены зимой, сейчас на рынке совсем мало угля. В Ошской области действуют 142 точки реализации твердого топлива. В основном уголь поставляется с Алая, а из-за недавнего снегопада в районе добыча и поставка временно приостановлена. В среднем за день мы продаем до 40 тонн угля. У меня сейчас осталось 7 тонн, остальные машины уже пустые. Из-за снега мы не ожидаем новой партии угля в ближайшие 3 дня. Средняя цена на твердое топливо по области колеблется от 4,5 до 5 тысяч сомов за тонну. Самые высокие цены наблюдаются в Карасуйском районе – 6 тысяч сомов. Чтобы сдержать рост цен на уголь, был издан специальный указ правительства. Цены в районах регулируют на местах органы местного самоуправления. Также этим занимается антимонопольный комитет. Сейчас средняя цена в районах не превышает 5 сомов. На сегодняшний день в Ошской области зарегистрировано 17 карьеров по добыче угля, 11 из которых работают. По официальной информации, в этом году план по добыче угля выполнен на 85%. Регина Имак, Джолайбашев, Общественный первый канал Ош.